Подвиг твой бессмертен. В России впервые в истории страны 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. Указом президента этот праздник был учрежден в текущем году. Дата 3 декабря была выбрана не случайно. В этот день, в 1966 году, прах неизвестного солдата, похороненного на 41-м километре Ленинградского шоссе, был перенесен к стенам Кремля. В День неизвестного солдата мемориал павшим в войне на Воскресенском кладбище посетили первые лица города и региона. Чиновники возложили цветы к братской могиле и почтили память погибших минутой молчания. В преддверии 70-й годовщины Победы на Воскресенском кладбище планируется открытие монумента воину-освободителю. Уже закончен проект этого мемориала, и в скором времени начнутся работы по его установке.